Բարի երեկո, եթերում ուրվագիսն է, ես Պետրոս Ղազարյանը։ Սիրելի շնորհակալություններ, այսօր մենք հյուր ունենք Ռուսաստանի Դաշնությունից, այն մեր հայրենակից քաղաքագետ Սերգեյ Կուղինյանն է, մենք կզրուցենք Հայաստան-Ռուսաստան փոխհարաբերություններից, Ռուսաստան-Արևմուտք փոխհարաբերություններից, դու գիտեք, որ ցանկացած այս հարաբերությունների փոփոխություն այս կամ այն կերպ ազդում է Հայաստանի աշխարհաքաղաքական իրավիճակի վրա, տարածաշրջանի վրա, մի խոսքով գովազդային կարճ և թանկ վարկյանից հետո մենք կզրուցենք քաղաքագետ Սերգեյ Կուղինյանի հետ։ Այսպես, ելի հերթայտումներ, այսօր մեր հյուրը Սերգեյ Կուղինյանն է, քաղաքագետ, добрый вечер, спасибо за интервью. Спасибо вам. Господин Кугинян, мне очень интересно ваш взгляд на в геополитическом плане, по-вашему, да, что для России означает Армения, да, и что для Армении означает Россия? Ну, как бы, нас ведь объединяет история, это все началось не сегодня, а столетия назад, отношения между Россией, Российской империей, Арменией, потом Советским Союзом и Арменией, это длинная история. Для меня как бы эта история, естественно, ценна, но мне кажется, что очень важно то, что сейчас мы должны смотреть в будущее, а не в прошлое. Нет настоящего будущего без прошлого, но вот такая прикованность к прошлому и ориентация на то, что может вообще вернуться назад, мне лично глубоко чужда. Мне кажется, что сегодня у народа Армении, который завоевал суверенитет и который хочет, так сказать, смотреть в будущее, у него есть два ориентира. Это ценности и интересы. Его ценности, его интересы. Иногда ценности бывают даже выше интересов, да, иногда они соединяются и все прочее. И вот я представляю те группы, так сказать, российской, так сказать, общественной мысли и там, общественного действия, которые считают, что главный вопрос, чтобы вот эти национальные интересы, эти национальные ценности получили максимальное развитие. И тогда в итоге движения в сторону этого развития, возможно, у нас появится новое будущее. И? И в пределах этого будущего, например, армянский народ осознает, что его ценности, его интересы в новом, очень бурном, меняющемся мире, так сказать, состоят в том, чтобы строить более прочные отношения с Россией. А может быть, он осознает, что ему надо строить более прочные отношения с совсем другими, так сказать, участниками геополитического процесса. Что бы он ни сделал, он всегда прав. Главный вопрос для любых нормально мыслящих людей – это соучастие вот в этом осознании собственных ценностей или доосознании собственных интересов. Вот как бы так, чтобы именно им служила политика в Армении. Тогда, как мне кажется, сама реальность заставит наши народы сблизиться. А для России что означает Армения? Опять, есть прошлое и будущее, и совсем разное. Есть и какая-то общая христианская, так сказать, традиция объединяющая, есть и история объединения в пределах, так сказать, Российской империи, есть и история советская, которую мы ценим. Но внутри всего этого дела есть, конечно, там и перестройка, Арцах, Миацум, Аджатум, забастовка, забастовка. Все это есть вместе для российского сознания. Мне кажется, что внутри всего этого есть какое-то ощущение, что Россия также никогда в правильном смысле этого слова не имперски, а вот мыслью и политическим действием тактичным не уйдет с Кавказа, как она не уйдет с Ближнего Востока. Россия удивительно тонко ведь существует на Ближнем Востоке, это признают все. Вот я говорил с англичанами, там, с американцами, говорят, русские, пожалуй, так же, как англичане, хорошо понимают, что такое Ближний Восток. Вот мне кажется, что Россия связывает себя как-то с Кавказом, что для нее это нечто большее, чем просто, ну, там, клочок территории. Что там есть и какие-то представления о ценностях, и об интересах, и о смыслах, и о большой политике, и о каком-то вот такой, знаете, неком таком, такой плотине, да, за которой некое море, вот плотина обрушается, и это море начинает затапливать твою территорию. Назовем ли это море мы радикальным исламизмом или как-нибудь иначе, но все равно вот есть какое-то пристально дружеское отношение к Кавказу. И очень для многих Армения, конечно, является в пределах этого Кавказа наиболее созвучным элементом. Господин Кургинян, в Армении есть такое мнение, что вы, как политолог, за восстановление Советского Союза. Это правильное мнение или нет? Вот движение, которым я руковожу, оно называется там «Суть времени», оно говорит «СССР 2.0». 2.0 – это такой апгрейд, да?
Значит, мы никогда не были за то, чтобы просто восстановить один одному. Что-то модернизированное. Чтобы... Да, ну вот, пожалуйста, Евросоюз. Это же, по большому счету, ну, такое... Огромная макрообщность, да, в пределах которой участники этого Евросоюза добровольно, тут были некие недоразумения с тем, что я говорю, нужен ли суверенитет. Да? Ну, входя в любую макрообщность, вы теряете часть суверенитета. Ну, как мужчина, так сказать, вступая в брак, вы теряете часть суверенитета во имя семьи. Да? И если вы входите в Евросоюз, то у вас появляется, предположим, евро. Где ваш финансовый суверенитет? Вы конвертируете часть финансового суверенитета в какие-то ваши интересы в пределах макрообщности. Да, я считаю, что в пределах, так сказать, того пространства, которое не случайно занимал Советский Союз, будут восстанавливаться какие-то макрообщности вот по тому принципу, по какому восстанавливается Евросоюз. И я думаю, что даже те первые робкие шаги, в которых участвуют и Россия, и Армения, это только начало какого-то пути к восстановлению логики существования в этом пространстве. Евразийский Союз – это первый шаг? Евразийского, конечно. Конечно. Это еще очень рыхлое образование, но ведь когда начинал строиться Евросоюз, там Единая Европа, там тоже все начиналось, там союза, там угля и стали, по-моему, да, так это называлось. Ну, то есть с каких-то экономических, достаточно рыхлых форм, потом эти формы возникали все более и более сильные. Мне кажется, что сама логика реальности, вот той реальности, которая в конечном итоге расставит точки над «и», вот она приведет к тому, что произойдет сближение в рамках осознания своих национальных интересов, в рамках отстаивания своих национальных интересов. Между прочим, не только у Армении, но и у России есть национальные интересы, национальные ценности. Россия тоже уже пошла определенным путем. И именно чем в большей степени эти национальные интересы и ценности будут осознаваться, плюс реальность геополитическая и даже больше того, как бы такая миропроектная, как я говорю. Вот вся эта глобальная реальность, она будет подталкивать друг к другу на основе осознания ценностей и интересов. Абсолютно добровольно, крайне тактично будет происходить это сближение. Это не имеет ничего общего с стучанием кулаком по столу, с восстановлением каких-то форм зависимости, там, с диктатом. Это будет происходить иначе, очень тонко, так как все происходит в 21 веке. Вот в России всегда говорят, что у России есть собственный путь. Да. Европейские ценности, да, что они хотят, что они делают правильно, неправильно, это как-то понятно. Что значит в России собственный путь, иметь собственный путь? Чем это отличается от демократического нормального развития государства? Ну, насчет демократического нормального развития государства, давайте представим себе, что новые выборы будут происходить в Соединенных Штатах, например, между Джебом Бушем и Хиллари Клинтон. И? Ну ничего, это если бы тут выбросить некий кусок этих выборов, который связан в 20 веке с Обамой, да, то появляется вариант, в 21-м, да, значит, то появляется какой-то вариант, что две семьи непрерывно демократическим путем меняют друг друга. Является ли это демократией в полном смысле этого слова? Возможно ли вообще демократия в отсутствии гражданского общества? А мы явно идем от гражданского общества к потребительскому. И там уже с демократией это вопрос очень сложный. Кризис демократических институтов выдумал не я. Их, о нем говорят все ведущие европейские политики и политологи. Так же, как crisis of national state и так далее. Мы все время, когда говорим о Европе или о Западе, говорим о чем-то конкретном, о неком мире, построенном, который начал строиться, как мне кажется, примерно в XVI, начале XVII веке, апофеозом которого является Великая буржуазная революция, и вот который вместе, в целом весь для нас является миром ценностей модерна. Европейский, западный модерн, прогресс, гуманизм, национальное государство, крепкая семья, буржуазное право частной собственности. Вот это есть некоторые ценности, вокруг которых и наряду с которыми функционирует политическая демократия. Потому что если развитие выше демократии, то ведь мы знаем государства, которые развивались недемократическим путем. Наполеон же не был демократией, предположим, там, и не только он один. Значит, в принципе, вот этот весь путь европейский, европейские ценности и так далее, главенствовавшие в 19-20 веке, когда Запад убедил весь мир, что в конечном итоге он действует не только в своих интересах, но в интересах всех остальных стран. Несите бремя белых, да, там, сумейте все стерпеть, сумейте даже совесть и стыд преодолеть. Отдайте им все, говорил Киплинг. То есть в этом была какая-то идея всеобщего развития. Теперь мы видим на наших глазах, что этот мир
национального государства, так сказать, крепкой семьи, частной собственности, мир классических ценностей, развития, гуманизма, историцизма, истории, это со священных камней. Все на то, на чем стоит правильное национальное государство, в рамках которого развивается нормальная демократия. Да? Весь этот мир куда-то мутирует, куда-то уходит, сдвигается. Это не мы делаем, мы же не можем воздействовать на Запад. Он сам в силу каких-то внутренних причин безумно меняется. И тогда мы говорим, о каком Западе мы говорим? О том классическом, который существовал, и в котором наряду с какими-то минусами были колоссальные плюсы. Или о каком-то новом, который мы еще не чувствуем до конца, но у которого есть некоторые зловещие черты. Мой вопрос был про... Про Россию, вот путь России. Вот. Это как, что путь это России всегда, Россия всегда была, я подчеркиваю это, по факту своему, альтернативным Западом. С одной стороны, она сама всегда была Западом, с другой стороны, она была альтернативным. Но в чем Западом. Суть альтернативы? Ну, вот смотрите, ну прежде вот всего суть православия. Запад какая-то, вот такая, ну, есть такая, такая. Есть католический, а да, есть католический Запад, есть православный. Не зря же Россия приняла православие. Коммунизм был вполне европейской идеей, да, Карл Маркс и так далее. Да. Но он же не был реализован по-настоящему в Большой он Европе. Нигде не был. Нет, он был реализован в Советском Союзе и ряде других стран. Если нельзя же говорить, что не был реализован в Китае или во Вьетнаме, или на Кубе. Он был реализован очень сильно в мире, под его флагом существовала целая эпоха, но он же не был антизападным явлением, он был внутри западным явлением, опирающимся на авторитет вполне уважаемого сейчас на Западе и даже почитаемого Карла Маркса. Мы же знаем, что в Гарварде везде это сейчас политэконом и философ номер один. И так далее. Он ориентировался туда же, но русские реализовали то, что другой мир не реализовал, как некую альтернативу. И внутри этой альтернативы, это прекрасно понимали, есть какое-то русское своеобразие. Это русское своеобразие связано и с тем, как русские понимают геополитическое устройство. Да? Когда-то Тютчев, наш дипломат и великий поэт, дискутировал заочно с Бисмарком, который сказал, что государство строит железом и кровью, и сказал, а мы попробуем любовью. А получились железом и кровью? Ну, не факт. Сейчас отвечу. Смотрите, о чем речь идет. И в Советском Союзе, и везде. Не факт, потому что вопрос железа и крови ведь не вопрос о том, что там была ли какая-нибудь жестокость. Вопрос заключается в том, стираются ли некие миры или голоса в симфонии, да, в полифонии, при построении больших общностей. Русские всегда стояли на том, что то, что они строят, есть мир миров с русским ядром и бережным отношением к другим мирам, неважно, армянским, удмуртским, якутским, там, грузинским, к другим мирам, которые получают свое место. Местные аристократии получают место в большой аристократии, если говорить о Российской империи, или там в политбюро и везде. Культуры развиваются, возникает большое кино, академии наук. В некоторых таких мирах, где не было своей письменности, русские создавали свою письменность. И, как бы, нет, не насаждали свою письменность, а создавали сами их письменность на основе своих алфавитов и всего чего угодно, но учитывая культурное своеобразие народов. Да? Значит, все время речь шла о развитии, о форсированном развитии, об индустриализации окраин. Это не была колонизация в чистом смысле. Вы не помните, наверное, была очень большая русификация у нас. Школы, языки, вообще все, что... В общем, русификация была у нас очень большая. Предположим, что она была большая, хотя мне кажется, что если бы она была совсем большая, не было бы ни Параджанова, ни Гранта Матевосяна, ни чего-нибудь еще. Возникла своя, великая, армянская, советская по времени. Правильно? Никак не скажешь. Вопреки, вопреки политике Советского Союза. Нет, вопреки ничего не бывает. Когда хотят вопреки, пьют водку, так сказать, занимаются порнографией и разлагают и уходят. Посмотрите на какие-нибудь резервации, там, которые устраивали другие, или на реальную колониальную политику. Вопреки не происходит ничего. И мы прекрасно понимаем, что то, что происходило, происходило не вопреки. Наряду с этим были какие-то другие явления, которые совершенно явно привели к распаду Советского Союза. Если бы Советский Союз был безупречен, он бы не распался. По факту. Говорить о том, что только злые силы его разваливали, естественно, геополитические конкуренты хотели его развалить. Но ведь в таких случаях спрашиваешь, что, почему-то не ты развалил конкурентов, а они тебя. Поэтому говорить о некой безупречности бессмысленно. Но не видеть сильных сторон тоже бессмысленно. Грань Матевосян, а не я, сказал: армянин – сын империи.
Я цитирую верно. Я прекрасно, так сказать, в моей семье, так сказать, непрерывно гостил, ну, приезжая. Сарик, сын Мартироса Сарьяна, я видел других деятелей армянской культуры, так сказать, принимая их в Москве. Я прекрасно понимал, так сказать, как именно сложно и неоднозначно развивается советская армянская культура в рамках, с одной стороны, естественно, каких-то имперских ограничений. Для меня империя со знаком плюс существует, да? Так сказать, вот этого мира миров. А с другой стороны, как бурно и насколько advanced, да, ну как сказать, опережающе, прорывно она развивается. Вот тут рядом с вами, так сказать, там как бы было ведомство Мергеляна, да? И, так сказать, такого же было много. Очень много, так сказать, действительно был колоссальный рывок армянской фундаментальной науки. Да. Действительно, ну там, ну, например, в Грузии был великий всемирно значимый театр, да, и даже в Прибалтике, там мы можем сказать, какие-то театры, конечно, были театрами первого разряда мирового. И вообще все это было нужно некому большому миру миров. Маленькому миру, обособившемуся от большого мира, это как бы уже не нужно. Не нужны там суперядерные реакторы маленькому миру, который... Теперь посмотри вперед. Да. Какое государство строит сейчас Россия? Россия, так же, как Армения, сейчас строит национальное государство. Что это значит? Национальное, демократическое, национальное... Какое государство? Ну, понимаете, вопрос заключается не в том, насколько оно демократично. Это можно долго обсуждать. И, так сказать, не всегда в этапе становления государство является абсолютно демократичным. Да? Я тут не хочу обсуждать ни демократию в Армении, ни демократию в России. Я одинаково. Вот. Я хочу обсудить другое. Россия строит государство, и строила очень долго, для вхождения, полноправного вхождения в западный мир. Россия постсоветская хотела, условно говоря, быть Францией или Германией, большой Европы. И Россия хотела, я говорю об актуальной элите России, о тех, кто это реально делал. Себя я не причисляю к этой элите, я скорее называю себя контрэлитой. Да? А вот те, кто стояли на этой позиции, очень хотели со времен Юрия Владимировича Андропова, а может быть и раньше, со времен его учителя Кусинина и так далее, хотели, чтобы некое вот это трездее, это называлось у Ильи Еренбурга, если помните, даешь Европу, чтобы некая вот эта... А большая страна, даже чуть-чуть с отсеченными краями, вошла в этот огромный европейский мир. Она была бы там самой крупной, тем не менее. У нее бы было ядерное оружие и так далее. И нам все время говорили наши оппоненты, вот те, кто строили этот младорусский проект. Я называю его младорусским, по аналогии с младотурецким. И вообще вот это понятие младопроекты, национальный проект. Что когда мы войдем, так какой там Советский Союз? Мы будем еще мощнее, еще оптимальнее и все прочее. Чем это кончилось? Это кончилось тем же, чем это кончилось для младотурок. Кемаль хотел строить европейское государство в определенных границах и все прочее, на определенных основаниях, на основании вот этой национальной идентичности. Кемаль не был младотурком. Ну, не был прямо младотурком, но вполне был наследственным политиком. Ну, как наоборот? Ну, в пределах антиимперской османской линии это можно называть младотурецким проектом. Я понимаю, что кемализм – это модификация, что младотурки были одно, а это другое. Но все это были жертвы на алтарь построения Турции как европейского государства. И тут они были едины, и Кемаль есть высшее выражение этой тенденции. Армянский геноцид есть часть этой тенденции. Правильно? Наконец они построили что-то там такое квазикемалистское. Сказать, что оно было абсолютно демократичным, никак нельзя. Военные реально все правили. И каждый раз, когда демократия вела не туда, они нажимали эту гайку. И сказали, ну Европа, милая, родная, видишь, мы же все построили, как ты, пусти нас в себя. Им сказали, нет, дорогие, отворот, поворот. И вот сейчас Турция находится в недоумении, связанном тем, а что же теперь делать? Если все жертвы были положены на алтарь младотурецкого проекта, в этом смысле, кемалистского проекта, единого квазиевропейского проекта, проекта превращения, так сказать, не знаю, Турции во Францию, так сказать, на анатолийских просторах. Вот если все было принесено на эту жертву, а дальше Европа не пускает в себя, то что делать дальше? Отдельно жить в этой парадигме невозможно. Эта парадигма имеет смысл, этот принцип существования имеет смысл только при вхождении в этот европейский мир. Да? Теперь вот это я фиксирую такое
беспокойство и тихое недоумение Турции. Турция на перепутье. Инерционно она все еще воспроизводит эти, ну, условно кемалистские варианты. На самом деле она уже вовсю смотрит в сторону вариантов пан-исламистских, которые неизбежно приведут к пан-османистским, так сказать, квази-османистским формам. Ну, есть еще туранские формы, серые волки и прочее. И мне кажется, что часть турецкой элиты скорее бы пересела на эту лошадь с кемалистской, чем на лошадь исламизма. Да? Слишком много было вражды к этому исламизму, слишком много по отношению к нему было сделано плохого. Вот что такое турецкое перепутье. Сейчас возникает русское перепутье. И на этом перепутье все спорят. Есть, так сказать, ортодоксальные группы, которые говорят, что мы должны восстановить там нечто типа, ну, досоветской империи, некую белую Россию. И она будет существовать как бы отдельно от Запада. Другие говорят, да нет, надо переждать, и мы будем с Западом. Третьи говорят, что неосоветский вариант гораздо ближе и оптимальнее для автономного существования, нежели вариант, так сказать, белый, потому что его поддерживает большая часть населения, потому что эти традиции как-то живы, потому что их, естественно, можно глубоко модифицировать, но что-нибудь сделать на этой основе. Вот в таком примерно транзите, как мне представляется, живет сейчас Россия. Но в рамках всего это все накладывается на понятие диктатуры, демократии и все прочее. Мне кажется, что чем более варианты будут в правильном смысле этого слова неосоветскими, а не, так сказать, белогвардейскими, тем более демократическими они будут, потому что большая часть населения поддерживает эти ценности, как показывают опросы. Да? Значит, нельзя принудить большую часть населения жить по другим ценностям и называть это демократией. Вот. Значит, соответственно, вот этот транзит имеет место, и он порожден колоссальным разочарованием, очень давним, ну, как бы пиком его, наверное, являлся 2001 год, когда разговор о вхождении России в НАТО был, и когда этот разговор был отвергнут. Да? Тут возникли некоторые глубокие сомнения той актуальной элиты, я бы назвал ее все же андроповской, да, которая это все начинала в 70-е еще годы тайно, а потом реализовала в перестройке и в последующий период, тут начались вот эти сомнения прагматиков. А на эти сомнения прагматиков наложились ценностные сомнения. Потому что хотели-то в классический европейский мир, не в мир ювенальной юстиции, отбора детей там, и много чего, так сказать, однополых браков и чего-то, а хотели в классический буржуазный мир Диккенса, Гюго, Флобера и так далее. То есть в тот мир, в котором гуманизм классический, классическое представление об истории, а не конец истории Фукуямы и все прочее, имеют безусловное место. Теперь вдруг выясняется, что сама Европа, как часть Запада, двинулась тоже куда-то в этот транзит, она тоже куда-то переходит, скажем так, от модерна к постмодерну. Да? А в пределах этого постмодерна уже и русские ценности как бы как-то чувствуют себя неуютно. Если нужно принимать так глубоко эти трансформации, эти транзиты Европы, то русские уже ценностно думают, а нужно ли туда. Мы-то хотели в другой мир, который сворачивается, на месте которого возникает некая другой, совершенно новая конструкция. Значит, соответственно, интересы, прагматика и ценности тоже побуждают Россию внимательно всматриваться не в статику, не в константы этого процесса, не в некоторые его универсалии, как кто-нибудь сказал бы, а вот в эту динамику. В этом, как говорил когда-то Даниил Гранин, неизбежность странного мира. Вот в этот странный мир, который находится в транзите, который очень быстро движется и не очень ясно куда. Здесь есть два момента, которые совершенно очевидны и которыми всем придется считаться. Да, маленькие миры, большие миры, отдельные или нет, они же все равно принимают в итоге и ценности, и подчиняются интересам некоторых супермиров. Да, глобализация имеет свои задачи. Значит, тогда получается, что хотели-то, грубо говоря, мира национальной культуры, национальной идентичности, национальных ценностей, национальных принципов восхождения и так далее. И этот маленький автономный мир считали более хорошим, чем мир там умеренный или неумеренный, кто как считает, русификации. Да? Это возникло, да? Это родилось. Теперь говорят, да, в качестве момента в истории мы как бы поощряли существование отдельного национального мира с его спецификой и все прочее. Но теперь будьте добры, принимайте гендерные законы, принимайте законы ювенальные, принимайте все остальное, глобализируйтесь.
мы вас не для того сделали обособленным миром или помогли сделаться, учтя ваши надежды и чаяния, и использовав их для определенных вещей. Значит, мы же не для того это все делали. Знаете, господин Курган, чего я не пойму? Вот, но у Запада еще есть и другие ценности, очень хорошие ценности. Например, конкурентоспособная политическая модель, да, оппозиционные партии. Вот в России нет оппозиции, да, реально. Бизнес, конкурентоспособный бизнес тоже в России нет. Свобода слова, свобода выбора граждан, да. В России все это как-то нету. Вот Запад это говорит, это тоже ценности Запада. Почему вы это не видите, а вот видите гендерные вопросы все время в Западе. Вот Запад говорит гендерный вопрос. Я вижу, во-первых, не только гендерные вопросы, но я просто это не моя профессия. Я вам привел пример. Вот почему вы приведете? Потому что я вижу другое. Я вижу, что глобализация это уже не Запад. И уже нету ни этой, так сказать, ну, вошли небольшие страны в, так сказать, западное общество, да? В каждой из этих стран есть демократия в полном смысле слова. Их деятельностью в очень многих случаях не управляют соответствующие посольства. Они абсолютно суверенны, эти страны. Этого же тоже нет. Ну? Да. Значит, соответственно, возникает вопрос, что очень многое из того, что вы называете, да, является ценностями классического западного мира. Кстати, тоже они существовали не всегда. В эпоху Наполеона, Фуше не было той демократии, которая есть сейчас на Западе. Потому что становилось некое буржуазное общество, и в момент его становления и всего прочего демократии места не было. Потом, когда оно стабилизировалось, когда там возникли некие равновесия и все прочее, оптимальная политическая форма конкуренции показалась лучше, чем другие формы. Она использовалась, иногда переходя опять в диктатуру Франко там, или во что-нибудь еще. Поэтому это все менялось в пределах классического Запада. И это меняющаяся ценность. Вопрос о том, в какой степени существует экономическая конкуренция, тоже очень непрост. Все расчеты показывают, что концентрация капитала реально происходит, и что транснациональные монополии укрупняются с каждым годом, и что отнюдь не во всех областях есть такая уж конкуренция, да, которую хотелось бы иметь, и которая казалась наиболее оптимальной апологетом рыночной модели. Это уже другая модель, она достаточно быстро сдвигается в определенную сторону. Частная собственность тоже. Все эти компании паблик, они частные? И частные. А что такое частные, если самый крупный акционерный пакет 2,5%? Это уже не частная собственность, это что-то тоже мутирующее, это не вполне она. Спросили бы Крупа, хочет ли он иметь в каких-нибудь предприятиях 1,5-2%? Он бы сосмеялся, он хотел иметь 100%, максимум 80%. Контрольный пакет. А теперь нет контрольных пакетов. Во многих случаях крупнейших вещей мы вообще не понимаем, кто хозяин. Вот кто хозяин Алькоа? Паблик, да? Кто хозяин Вангард? Паблик. Это лучше, чем один человек. Кто сказал? Сказал, сама жизнь. Там люди живут хорошо, извините. Там люди живут хорошо, а в России нет. Хорошо. В России живут бедно. Хорошо. Значит, а там нет. Там они живут хорошо. В Португалии они живут хорошо? Не больше, чем во Франции, но больше, чем в России. Нет. Я не могу вам сказать. Вот я встречался очень много с своими португальскими друзьями и всем прочим. Даже с точки зрения материальной жизни. Они так не считают. Мои друзья в португальской, например, или испанской интеллигенции. Вот я Португалия – это не Европа. Ну, как не Европа? Ну, часть Европы. Часть Европы. Ну, вот они говорят, вы не представляете себе, что такое, так сказать, целое поколение молодежи, которое все время безработное, даже если она как-то живет. Там такие социальные проблемы, что дальше некуда. Да? Господин Григорьевич, никто не сказал, что демократия – это решение всех вопросов. Конечно, там есть масса проблем. Но вопрос тенденции. Так вот, в чем тенденция? Что? Да, там и есть вопрос. Да. Так вот, мне кажется, что тенденция это как раз сугубо негативная. Константа достаточно соблазнительна, а тенденция очень негативна. Если рассматривать как бы Европу как данность, то можно видеть очень много преимуществ. Хотя я не думаю, что вы хотели бы с семьей жить в Антверпене, например. Нам, это очень своеобразный город. Это не климат классических западных ценностей, это другой климат, при котором ваши дети должны все время проходить мимо открытых порнографических витрин и многого другого. А что, в России мало такого? Нет, в России этого гораздо меньше. Гораздо меньше? Гораздо, чем в Антверпене. Ну что вы? Ну что вы? Русские в итоге сами-то голосуют за традиционные ценности.
и это видно. Мы проводили очень обширные исследования в этой области. Россия осталась страной традиционных ценностей. Россия не страна, так сказать, влюбленная в гомофобию и так далее. Отнюдь. Это другая страна. Это другая страна. И вот когда мы смотрим на все эти транзиты, у нас возникают вопросы. Вот не знаю, есть ли они у вас, а у меня не возникают. Вот смотрите. Конец 19 века, Германия. Это классическая семья, большие судебные преследования, там всяких перверсий, да? И так далее и тому подобное. 20-е годы. Уже все сломано. Прошло 30 лет. Ну, говорят, в Германии прошло 30 лет. Это были годы проигранной войны, Веймарской республики и так далее. Да? Америка, 50-е годы. Абсолютно классическая, так сказать, вот западная, в лучшем смысле этого слова, но не британская, а вот какая угодно, католическая, британская, традиционная, даже светская семья, 50-е. Конец 60-х. Этой семьи уже нет, она сметена. Кто может так быстро, за такой короткий период, изменить такую инерционную вещь, как семья? Значит, кто-то хочет это делать. Это не естественный процесс. Это процесс, у которого есть субъект, есть технологии, которые осуществляются. Правильно? Так быстро, иначе процессы происходить не могут. Значит, все транзиты ведут в какую-то странную сторону. Даже в ядре, в которое никто не зовет. Да? И то. А теперь посмотрим, что происходит на периферии. Вы знаете, я не только не являюсь каким-то там агаутелом, антиамериканистом, говорят, у меня достаточно много людей в Америке, которые мне симпатизируют, и поверьте, они занимают совсем не такое малое положение в обществе и так далее, и так далее. Я достаточно долго считал, что много, о многом можно будет договориться. Первый момент, когда я перестал это считать, была, конечно, бомбардировка Югославии и все, что происходило в Югославии. Но оставим в стороне Югославию. Смотрите, возникает горькое ощущение, что к чему бы американцы ни прикоснулись, да, они всюду, всюду содействуют тому, чтобы править бал начали самые зловещие силы. Я перечисляю. Плохо ли нет Каддафи, это вопрос спорный. Наверное, он не идеален. Нахуй говорю. Как говорила когда-то моя мама, крупный филолог советский, говорила, Макар Нагульнов мой любимый герой поднятой целине, но это не значит, что я хочу ехать в него, с ним в спальном вагоне, там, Москва, не знаю, Ставрополь. Да? Значит, сказать, что Каддафи герой моего романа, я не могу, но Аль-Каида намного хуже Каддафи, а она там уже возникла. Что сделали американцы? Бен Али был непонятно чем плох, он был просто хорош в Тунисе, но его скинули, там все то же самое. Теперь Мубарак. Мубарак был белый и пушистый котенок такой, по сравнению, скажем, с Садатом или Насером. Да? Он достаточно смотрел в сторону демократии, он создал какой-то просперити, вот это на египетский манер и так далее. Его скинули, поставили Мурси. Мурси тоже начал, скинули. Понятно, делать что. Да? Тогда две страны, никогда не находящие общий язык, Израиль и Саудовская Аравия, договорились таки о том, что не хочется иметь на своей границе такое здоровое государство мурсианского типа. Поставили военных назад. Военные пытают, приговаривают смертные казни пачками. Они вернулись к Садату и Насеру, а не к Мубараку. Стоило ли огород городить? А это единственный спасительный случай. Теперь смотрим на исламское государство. Исламское государство – это ведь абсолютно новое явление. Потому что, в принципе, обычные маджахеды не могут воевать победительно с крупной армией, которая решила задействовать все свои ресурсы. Когда эти ресурсы задействуются частично, ну, там, я не знаю, как в Кавказской, там, первой войне, Чеченской войне, когда там, ну, условно говоря, там, половина российской элиты говорила «руки прочь от чеченского народа», выходили соответствующие передачи Гусинского и других, НТВ, а одновременно с этим там, чеченцам сообщалось, какими маршрутами идут войска. Да? Ну, тогда можно было из гранатометов сжечь танки и как-то все это парализовать. Возникла вторая чеченская, когда взялись всерьез, и все стало на свои места. Да? Значит, крупная армия, когда она действует на полную катушку, без ограничений, когда она консолидирована, всегда побеждает маджахедов. Даже если они там герои в своем смысле слова и мастера своего партизанского дела. Теперь что происходит с исламским государством? Есть сирийская алавитская армия. Она воюет за жизнь себя и своих семей. Она абсолютно консолидирована, потому что она прекрасно понимает, что если придет этот радикальный суннизм, все, там конец. Да? Она армия, ее сейчас никто не ограничивает. Вместе с ней воюют части
корпуса стражей исламской революции, который является отборной элитой иранской армии. Угу. Это не басиджи, которые там существуют. Угу. Это элита. Угу. И, наконец, существует единственная, так сказать, полупартизанская армия, которая выиграла у Израиля в реальных боевых действиях, у регулярной армии Израиля. Это угу. Хизбалла. Угу. Эти три армии теснит какая-то маджахедская сила. Но это же уже другая сила. Это не маджахеды. Это что-то, безусловно, регулярное. Крупные представители иранской разведки говорят, мы очень просим американцев не так активно содействовать армии исламского государства, говоря при этом, что они с ней воюют. Я читаю сообщения крупных иранских специалистов. Все это американцы. Главное, что американцы, это, конечно, Камбутта. Вот этот лагерь Камбутта, в котором формировались все эти халифы и все прочие, ну, помилуйте. Я знаю хорошо, я веду контртеррористические семинары в Израиле, в Индии, в Китае, в многих других странах уже на протяжении 20 лет. Лагерь Камбутта – это не выдумка. Это реальный лагерь, где американцы предоставляли огромную свободу действий. Зачем американцам это? Почему? Вот смотрите. Мотив. Посмотрите. А зачем американцам было свергать Бен Али? А зачем им было это сказать? Они ошиблись, они думали, что снимут диктатора. Понимаете? Одна ошибка, одна ошибка, первая волна ошибок, другая. Теперь зачем? Что? Зачем? Объясняю. Значит, ключевым было выступление Конди Райс, Кондолизы Райс, когда она была секретарем Госдепартамента в Египетском Каирском университете. Там она сказала, все наши прежние союзники, которые мы 60 лет считали союзником, теперь типа наши враги или люди, которых мы не будем поддерживать, а все, с кем мы боролись, это теперь наши союзники. Мы кардинально меняем всю политику на Ближнем Востоке. Мотив. Вот она говорила, в пользу кого и минус кого. Дальше сменилось. Можно сказать, Кондолиза Райс, это республиканцы, пришли демократы. Они повторили то же самое. Значит, это двухпартийный консенсус. Кого они стали поддерживать под видом демократии, все прекрасно понимая. Один мой близкий знакомый разговаривал с президентом Кот-д'Ивуар. Он говорит, вот теперь требуют демократии, я долго делал нацию, теперь будет опять, я не помню сколько, 15 или 20 племен, которые будут, соответственно, воевать друг с другом. Они прекрасно понимают, что когда они добиваются демократии в Египте, это в лучшем случае братья-мусульмане, а на самом деле египетский джихад. Они прекрасно понимают, что в Тунисе будет Аль-Каида, а в Ливии это. Они не первый раз это делают. Иракская национальность. Мотив, господин Мотив простой. Какой? Мотив такой, что все эти национальные государства, всегда полуавторитарные и так далее, уже не устраивают в силу того, что не нужна развивающаяся периферия, которая была главным слагаемым проекта «Модерн». Все страны в итоге повторят западный путь. Не нужна уже развивающаяся периферия. Индия и Китай очень мирно настроены, ни с кем не хотят воевать, обнимаются с Западом и все прочее. Но что будет, если они потребуют свой приз? Очень простой. Тоже коттедж для каждого индийца или китайца. Две машины в гараже и достаточное количество электричества, чтобы обслуживать коттедж. Все, они ничего другого не потребуют. Что будет с миром и с Западом? Значит, а как это не дать? Дать это нельзя, а не дать тоже. Только свернув принцип, парадигму. Изменив мир, который должен был равномерно развиваться, догоняющая модернизация, полуавторитарная модернизация, на мир, в котором вся периферия не развивается. Она брошена назад, в архаику, в хаос и в другие малоприятные вещи. Вот для того, чтобы мир устроить так и самим уцелеть в ядре, нужно активно поддерживать все силы архаики, язычества, неосредневековья и всего остального. И они же поддерживаются. И если на как бы, юге это силы так называемого исламизма, не имеющего никакого отношения к исламской великой религии, то на Украине это бандеровцы, а где-нибудь еще это еще что-нибудь. Всюду возникает поддержка тех, то тянет назад в архаику, потому что никто уже не ставит на повестку дня, чтобы все страны периферии развивались так же, как западные страны. Это первое. Но нельзя прекратить развитие периферии и оставить для самих себя прежний принцип. Тогда в ядре все меняется на постмодерн, то есть вот все эти ювенальные юстиции, etc. Там много чего. Там уже говорят о конце проекта «Человек», конце проекта «История». О чем, если почитать постмодернистов, которые откровенно уже правят бал в западной политике и философии, о чем они говорят? Они говорят об очень далеко идущих вещах.
да, об отсутствии, так сказать, морального приоритета и ценностей, которые составляли ось классического западного общества, да, о многом другом. Значит, соответственно, происходит ситуация, при которой, с одной стороны, меняется, и мы наблюдаем, как меняется само ядро, угу. И здесь, в этой юбинальной инстинкции или что-нибудь, для меня маленькие симптомы большого процесса, а не самодостаточные вещи, что я все буду пугать юбинальной инстинкцией. Да? Это симптомы, но очень серьезные. Да? Как бывает, что обычный прыщ, ну прыщ, там, фурункул, а бывает такой прыщ, что посмотришь, что, о, дорогой, тебе уже надо рентгены, что-нибудь еще. Так вот, это совсем другие прыщи, но маленькие. А на периферии просто уже масштабное явление, которое нельзя не видеть. Вы охарактеризовали вот такую картину, да, вот западный мир, то, что он делает, вы рассказали. И я так понимаю, что Россия противостоит всему этому, да? Ценности, национальные ценности и традиции, да? Но в этих странах, вот как вы, я уже побоялся, да, что вы нарисовали, это очень страшно, честно говоря. Вот там... Нет коррупции. А в России все время коррупция. И вы сами знаете. Деньги, да? Воруют. Ну так не воруют. Ну как не так? Вот так? А как не так? А вот так не так. Ну операция «Паутина» это что такое? Что? Ну какая? Ну это операция против итальянской коррупции международной. Ну что? А Греция? А там борется. А Бобовос что такое? Что? А там борется. Ну и тут борются. В России? Ну и борются, конечно. Ну с кем могут, с тем и борются. Ни с кем не борются. Я вам объясню. Нет, да, у меня вопрос такой. Пожалуйста. Если Россия, вот у него такой миссия, да? Да. Вот этому злу, да? Почему вы не строите эффективное, хорошее, нормальное государство? Отвечу вам. Отвечу. Почему? Отвечу. Запад мешает? Нет, Запад не мешает. А кто мешает? Мешает так называемый закон первоначального накопления капитала. Сейчас объясню. Угу. Значит, как строился капитализм на Западе? Да? Он строился, угу. Там, начиная с 15-14 века. Первые миллионы, да. Ремесла, кузницы, угу. И все прочие. Да? Это были честные некие накопления, угу. Там финансисты, которые существовали еще, угу. В Средневековье, когда не было капитализма. Вот я вам про потом... Россию, вы опять про Запад. Ну, слушайте меня, слушайте. Угу. Теперь Россия заявила в эпоху Ельцина и всех этих перестроек, угу. Что она построит капитализм за 5 лет. Угу. Из кого? Где первоначальные накопления? Где эти ремесленные предприятия, которые столетиями существуют? Где эти легальные финансовые всякие институты? Есть, типа Венецианства? Подожди. Угу. Значит, это все было сказано, что мы создадим это в ускоренные сроки, угу. За счет любых источников первоначальных накоплений. Угу. Любых, значит, криминальных. Значит, в итоге построили капитализм за 5 лет, с 91 по 96. Но это был криминальный капитализм. Угу. Да? Криминальный капитализм – это не коррупция. Коррупция – это детский лепет по отношению к криминальному капитализму. Угу. Криминальный капитализм, как базис, начал создавать, естественно, коррумпировать чиновников. Возникла коррупционно-криминальная система. Угу. Для того, чтобы эту систему превратить в любую другую, нужно перейти от первоначального накопления капитала к другому устройству самого капитализма. И? Это нельзя делать без очень жестких методов. Это делалось в Америке, которая была гангстерской страной и которую очищали. Это делалось в других местах мира. Для того, чтобы начать это делать, нужно в конце концов так разорвать с недавним прошлым и настолько жестко себя повести, да, что мне лично, даже у меня там холодок по спине проходит. Потому что это уже нельзя лечить терапией. Угу. Это лечится иначе. И? Россия пытается каким-то способом вывернуться, отойти от этой необходимости, именно потому, что она не хочет этих жестокостей, она к этому не готова, и она не встала еще в эту позицию, потому что еще недавно речь шла о ее вхождении в Европе и так далее, и ее бы уж точно, так сказать, очень далеко оттолкнули, если бы она начала делать что-нибудь в этом духе. Это уже диктатура. Да? Как бы, неважно какая, сингапурская, угу. Любая другая модель. Но это уже невозможно сделать в иной парадигме. Россия держится за ту, возможно, несовершенную демократию, которая существует, за тот какой-то консенсус элит, групп и всего прочего. И пытается в рамках этого стряхнуть себя куски этого первоначального накопления. Это, естественно, не получается. Наступит момент... Когда это станет вопросом жизни и смерти. Но тогда надо будет сказать, что это не борьба с коррупцией. Это борьба с первоначальным накоплением. Это освобождение от первоначального накопления и новая фаза развития капитализма. Вот когда это будет сказано, и когда элиты
выдохнув и поняв, что иначе нельзя, решаться прыгнуть в этот холодный бассейн, очень холодный, неприятный бассейн. Я не знаю, но это произойдет, может быть, через 2 года, а может быть, через 4, но это обязательно произойдет. И это повторит то, что происходило во всех других странах. Что касается форм коррупции там где-нибудь в Италии, или, так сказать, в Греции, или где-нибудь еще, то я вас умоляю, коррупция идет, она не так откровенна, как то, что происходит в России, но она очень глубока. Но там она лежит на фундаменте нормального капитализма, который строился веками. А здесь она лежит на рыхлом болоте криминального капитализма, который был построен за 5 лет, и теперь 50 лет будет давать отрыжки. Вот эти. Это источником этого является вот это быстрее и быстрее даешь капитализм, 5 лет плевать на источники. Вот и получили. Теперь придется за это дорого платить, горькой ценой платить. И заплатим, и все сделаем. Но ясно, что добиться этого от элит можно только тогда, когда они поймут, что да, иначе уже полный конец. Ну что же, начнем, пожалуй, помолившись, да? Но это будет очень неприятным временем. И лично мне, как гражданину России, не хотелось бы. Не очень хотелось бы в этом участвовать. И то самому, я вот сам ощущаю, я все более-менее светлое, что происходит. Думаю, вот надежда, можно будет избежать. Потом опять, и опять, и опять. И тогда говоришь себе, ну да, наверное, это необходимо. Но это такая горькая необходимость, как и любая другая необходимость этого типа. Людям очень трудно ложиться на операции, правда? Особенно тяжелые. А это уже не терапия, не гомеопатия, не что-нибудь еще. Это очень жесткий процесс. И это порождено определенным источником. Понимаете? Очень определенным. Там есть корень. И этот корень не хотят называть, боятся даже назвать вид заболевания. Мы хорошо это понимаем, потому что у нас маленькая модель. Спасибо за интервью. Спасибо вам. Очень приятно. Спасибо. Следующий тайтонер, мы с Юрием Кагагетцем и Евгением Курлиняном. Мы с вами встретимся.